Тихо. Не... Это, спиннинг, чтобы играл, вот так сделай, вверх маленько подними. Во! Антоха, это, наверное, походу хорошая щучка. Как? Подтаскивай потихоньку. Давай я буду подходить туда. О, это вообще хорошая щучка. Нет, просто искупнула. Шучу ее, молодец. Весь мокрый. Сейчас сниму, покажу. Так, ребята, всем привет, приехали на рыбалку, будем сейчас рыбачить на спиннинге, посмотрим, что из этого получится. Сейчас все покажу, на что будем рыбачить, где будем рыбачить и как будем рыбачить. О, моё, комаря. Комаре? Вообще жестко. Скажи всем привет. Всем привет, ребята. Поймаешь большую щуку? Я надеюсь на это. Обязательно, да? Опа. И мы на воде. Комары жогают. А вы это секреты пуста знают, только мы и комары. Да. Даже тушканчики не знают. Так, ребят, приплыли на место. Сейчас у нас получается что? Вот она, река течет в ту сторону течения. А здесь у нас ручей из озера. Течение в ручейке слабое, но оно есть в речку. И вот я думаю, что все вот окуньки и судачки вот здесь, вот в этом месте, где течение крутит, будем пытаться их поймать. На улице смог. Какой-то стоит туманчик непонятный. В Кемеровской области сейчас идут пожары, поэтому вот ветер в нашу сторону и дует весь этот дым сюда. Приехали, рыба не плюскается. Даже. Ну, я думаю, она клевать будет. Посмотрим. Вот здесь, ребят, плещутся мальки. Вон, видите, круги на воде? Это мальки. Я вот думаю, что вот где мальки, там и весь окунишка где-то должен болтаться. Посмотрим сейчас. Будем делать первый заброс. У меня, ребят, получается, снизу стоит вот такой вот грузик. 10-граммовая джиголовка. А, нет, вру, 12-граммовая джиголовка. Такой вот здесь вертлюшок тройной. И отводной поводок. А на отводном поводке у меня стоит такой маленький твистерочек. Обычный крючок и маленький твистерок. Надеюсь, что местным окуням это понравится. Сейчас узнаем. О! Ого, ребята, хорошее что-то. Что-то хорошее. Да. А, не, она просто в травку. Блин, там поводка-то нету. Ну давай как-нибудь потихоньку. Нормально все. О, первая рыба сегодня у нас. Щучка. Нормально. За осетный крючочек зацепилась. Вот такая 800 грамм, наверное, да? Да нет, вот килограмм почти. Килограмм. Так, где у нас садок? Подранный уже бок. Видишь? Ну, наверное, другая щука большая. Кусал сейчас большую, поймаю. Кусал ее за зазулю. За зазулю. Все, ребята, я рад, я поймал первую рыбку. Уже облавил Антоху.
Давайте немножко сюда. Что, ты меня ни разу не облавливал, что ли? Да, когда ты хорьком в машине прикидывался. Когда я спал. Вот, ребята, и Антоха кого-то зацепил. Что, хорошая, нет? Маленькая? Средняя. Может, здоровый судак? Давай. Ну, водит рыба там точно. Не травка. Ушел. Сука! Ты разочарован, Антон Сергеевич? Да. Да? Очень жаль. Так, ребят, ничего мы не можем поймать с Антохой. Уже час больше ни одной ни поклевки, ничего. Меня все это замучило. Решил я вот здесь вот, вот в ручье покидать на щучку. Плюхались там, ну мелкие плюхаются. Может где-то крупное там есть. Поставил вот такой вот офсетный крючочек. На него твистырок такой где-то сантиметров 15. И отводной такой поводок. Не отводной поводок, а из флюорокарбона поводок. Ну должен выдержать щучку. Сильно крупных здесь все равно не будет. Попробуем сейчас покидать. О! Блин, клевал кто-то, Антох. О! О! Кто-то клюет. Я не знаю, какая она. Но явно не самая маленькая. Блин, и в травку еще зал. О, слушай, хорошая щучка. Давай, давай. Хорошая. Тихо. Да. Аккуратнее только сам на крючок. Еще хорошая. Отлично. Вот да больше. Побольше. Что-то у него глаза навык. Ну-ка, как она зацепилась. Снимает у меня там камера, нет? Снимает. Комары такой там. Замучил. Вот так вот зацепилась за краешек губы. Но она несколько раз кидалась. Отцепляй сам. Вот эти палец. Ну отлично, килограмма 2-то есть 100%. Ну больше надо. Ну. А головой вперед никак? Да зачем? Ну ладно. Ну все, я радый. Что здесь вот? Плюхается хорошая говёшка какая-то. Может быть. А как ее оттуда из травы? Не знаю. Ладно. Может быть там еще щучки есть? Ух ты, видел? Ух ты, видел? Вот это я видел. Это красиво было, ну, еще попыталась бы поймать мою приманку. Ну такая, я думаю, килограмм-то есть стопудово. Фиг ее знает. Надо вблизи ее рассматривать. Плюхнулась, как будто есть. А ты ее не видел? Она из воды вылетела. Может, что-нибудь пошустрее надо. О! Ага, пошустрее надо было. Ну, поймайся ты уж. Просто проводочка нужна была пободрее. Сейчас я ее поймаю, смотри. Если нет, я туда просто тупо воблер закину, я думаю, она поймается. О, поймалась. Хорошая? Да. Тихо. Это, спиннинг, чтобы играл, вот так сделай, вверх маленько подними. Во, Антоха, это, наверное, походу хорошая щучка. Ничего, как я. Как, подтаскивай потихоньку, давай я буду подходить туда. О, это вообще хорошая щучка. Вставай сюда.
Все, все, сильно. Тихо, 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 тихо. О, хорошо, что она сбрасывает. Давай. Пусть устанет. Ничего, не спеши, не спеши. Да ты как-то, ну, куда хочешь, да, блин. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Порезал? Нет. Просто искупнуло. Давай, давай. Не спеши, не спеши. Я не вижу, как у нее приманка, но спешить в любом случае не надо. Я уже весь мокрый, ё-ма. На камеру снимает? Да. Ты довольный, как слон. Давай, давай. Я бы их нормально брал. Да, ну ты видишь, она... Ты видишь, она руку не дает даже подвести. Собака серая. Видишь, что происходит? Подожди, подожди, подожди. Поздравляю вас, Антон Сергеевич. Со щукой. Слушай, ну, нормально, ну, такая же, где-то по 2 килограмма. Да? Отличная щучка. Зачет он. Точно так же, как у тебя взяла. Ну-ка. Ага, да, да, да. Я когда выдернул оттуда, она выпала сюда. Ну я понял. И смотрю, она хвостом за ней. Ну отлично. И складываю я их оригинально. Ну хорошо, чую. Молодец. Весь мокрый. Сейчас сниму. Вот так вот, ребят. Три раза попытался я весь, взять. Я весь намок. Сейчас камеру протру. Весь намок. Она вот. И меня умудрилась. Рукав сейчас. Весь мокрый, весь вообще вон, видите какой. Обрызгало меня всего. Но главное, что мы ее поймали. Ты доволен? Да. Тем более она и меня успудрилась. Обрызгать еще. Даже в садке. Ну отлично, ё-моё. Блин, какая-то бойкая она была. Не прошло, ребята, 3 минуты. У Антохи еще была одна щучка в этом же самом месте. Сейчас попробует ее поймать. Ничего себе, ты куст выволок. Вот это щукан. Таких я еще не ловил. Прям нормальный. Килограмм на 6-7. Да. Я кое-как вытащил, даже так поднимал тяжело. Так, ребята, не захотели эти щучки уже повторно клевать. Или трижды уже клевать. Но это твистер. Поставлю вот такой вот кордик от косодаки. Думаю, должны схватить. Ух ты! Тихо, 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 тихо. Леску отпусти. Леску спусти маленько. Все, и теперь потихоньку подводи. Заходи за меня. Ну или не заходи. Поплыла куда-то. Нормально, нормально. Сюда вставай и подводи. Старайся. Давай, 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 давай. Ну ё-мо, чё они мне боятся? Собаки, опять я мокрый буду. Блин, здесь-то вобля. Молодец, Антон Сергеевич. Держи. Держишь? Давай, спину держу. Нормально схватилось бы, никуда бы она... Тихо, тихо, ты чё, ё-моё? Я прям впасть нахуй туда. Я думал, ты держишь её. Да, опять ты так же держишь? Смотри, сейчас начнёт биться опять. Я перехватить пытался, а она у меня дёрнулась, сука. Блять, сохвалило хорошо. Сейчас тебе дам отцепить. Руку левую протяни, у меня там лежит желтенький это. Не пихай руку. Руку левую протяни, в рюкзаке у меня лежит сверху это. Антох, да. Пассатижики. Пассатижики возьми, говорит. Хорошо, зацепилась. Так и хочешь уколоться, да? Да.
Я уже хули в палец, в пасть уже ткнул. Коротковатый крючок, блядь. Возьми пассатижики. Не закрывай только рот. О, отличная щука. Ну да. Килограммчик с хуем. Стуем. Обмотка опять. Ну, да это она же здесь тогда стояла. Сработал. Вот этот затай. Покажи воблер. Людям объясни, на какой воблер и как ловить. Воблер без названия. Вот такой вот. На Андрюху в этом году не ловили ни разу. Наверное, Петрович будет. Пусть Петрович будет. Так, ребят, покидаем наш ручей. Ну, сейчас еще вдоль бережка попробуем покидать. Может быть, что, поймаем щучку, две, три, а может быть, четыре. Сейчас узнаем. Вот он, ручей такой. Сейчас пока что течение слабое, слабенькое из него. Но скоро вода начнет падать. И мы с Антоном Сергеевичем, я думаю, сюда вернемся, да? Обязательно. Обязательно. И здесь не один. Мой воблер, вот здесь. Прямо вот здесь. Вот здесь вот, в травке Антохин воблерок где-то лежит. Мы за ним придем. Так, ребята, удалось нам сегодня поймать с Антоном Сергеевичем на спиннинг щучек. Опа! Такие вот щучки у нас получились замечательные. Вот эти две щучки где-то за 2 килограмма, по 2500, наверное. Вот это, правая побольше, это по 2,5, наверное. Ну, вот эту двушечку, может, с копеечкой. Отличные щуки. Антоха меня сегодня обловил, поймал 3 щук. А, комары нас съедают, ребята, комаринка у нас кончилась. Или не поймал? Да по 2 щуки мы поймали, ну ладно, видео. Я запутался, просто, ребята, я запутался, потому что мы вчера в этом же месте были с Антоном. Тоже я поймал 2 щуки, и поэтому я уже запутался. И это место какое-то непонятное для меня пока что. То есть я здесь был позавчера, поймал 10 окуней хороших. Был вчера, поймал 10 судаков с Антоном, Антон поймал одного подъязка. А сегодня вот поймали 4 щуки, одного маленького. Маленького где-то потерял. А, вот он. Как униша. Одного маленького окунька такого вот поймали. Барсику Димкиному. Персик он. Так что, ребята, вот такая вот получилась рыбалка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет интересней. Такие. Вот прям самый килограмм. Красивый такой. Не знаю, что там еще Димон. Димон тоже где-то ходит.